что у него сейчас на уме. Спросим у карт Таро. Между вами расставание. Мужчина очень злится. Или охлаждение отношений. Психует, бесится. Возможно, кто-то пьет. То есть состояние очень и очень такое критическое. Возможно, кто-то в депрессии. Что еще? Давайте спросим. Боится, что это конец отношений, обижен, и вы на него обижены. В общем, состояние очень-очень тяжелое. А он бы не хотел вас терять, а он бы хотел все вернуть. Хотел бы вернуть вас, прежде всего, в отношения. Забыть вас не может. Считает, что вы родной ему человек, у вас бы все могло получиться. Хочет быть вашим победителем. По этим картам может вот это вот... Посидеть, пострадать и прийти, как ни в чем не бывало. Ему очень важно быть в этих отношениях, очень важно быть вашим героем, да. Очень важно с вами общаться. Возможно, да, если вы хотите уйти от этого человека, так просто у вас не получится, он будет настаивать на продолжении отношений. Будет активно вас возвращать.